Компьютерные и офисные кресла на колесиках – неотъемлемый атрибут современного интерьера. Кожаные с подлокотниками, ортопедическими спинками и подголовниками. Разнообразие форм, видов этого предмета удивляет. Какое же выбрать кресло, чтобы оно было удобным, прослужило долго? На этот вопрос мы постараемся ответить в нашем обзоре. Привет, меня зовут Миша. Начать знакомство с миром офисных кресел стоит, пожалуй, самых бюджетных моделей. Серая и черная текстильная обивка, наполнитель из пенополиуретана, каркас из пластика. Такое кресло способно выдержать вес до 120 кг. Высоту сидения и наклон спинки можно регулировать при небольшой разнице в цене. Представлены модели с подлокотниками и без. Такие кресла выглядят скромно и имеют минимальный набор функций и удобств. Их цена полностью соответствует качеству. Такой вариант подойдет, если бюджет ограничен, ну или позарез нужно сэкономить, но покупать обычные стулья с ножками вам не позволяет совесть. Что я могу сказать о этом стуле хорошего? Его цена, ну и что на нем можно сидеть. Немного дороже, но существенно удобнее будет кресло IMF Sky. Спинка этого кресла имеет специальный изгиб, благодаря чему вас будет реже беспокоить боли в пояснице из-за долгого сидения. Спинки этого кресла обтянуты сеткой и благодаря свободной вентиляции воздуха дышит, обеспечивая комфорт в жаркие дни. По материалу спинки она сетчатая, она у вас дышит, спина ваша не вспотеет, но хорошая, лучше, чем наша. Если же у вас часто немеют плечи и болит шея, то вам стоит присмотреть кресло с подголовником. В самом доступном варианте можно регулировать высоту сидения, наклон спинки, угол наклона и высоту расположения подголовника. Удобное кресло и стоит недорого. Он волшебный. Просто в обычном трудовом режиме, я думаю, он не сильно поможет. Здесь также прорезиненные колеса, на главное, очень тихо. Здесь есть специальная выемка, чтобы было удобно сидеть. Хороший стул. Средний ценовой сегмент занимает офисные кресла с обивкой из искусственной кожи, кожзама или эко-кожи. В чем разница, спросите вы? Эко-кожа – более современный материал, наиболее приближенный по своим свойствам к натуральной коже, при этом обладает сравнительно низкой стоимостью. Он пропускает воздух и влагу, приятен на ощупь, не выделяет вредных веществ и полностью гипоаллергенен. Что касается прочности, то этот материал все же уступает натуральной коже, но обладает довольно хорошей износостойкостью. Кресло Босса обтянуто эко-кожей, выглядит презентабельно и дорого. Хоть на самом деле может обойтись вам в разы дешевле аналога с обивкой из натуральной кожи. В таких офисных креслах есть регулировка высоты сидения и наклона спинки, мягкие подлокотники и удобные подголовники. Встроенный механизм качания позволит вам по окончанию рабочего дня вот так вот вальяжно покачиваться с бокальчиком чего-нибудь вкусненького. Почувствуй себя мини-боссом, ужасно раздражающий звук, когда кожа трется. А, интересно, но ножки пластиковые, не шумят, не оставляют следов на паркете. Удобно, очень удобно. Здесь есть режим качания. Главное не перестараться. Ну что же, все о работе, да о работе. Давайте перейдем к самой интересной теме нашего обзора. Геймерское кресло. Эффектный дизайн, яркие вставки, регулировка высоты кресла, подлокотников, наклон спинки, степень жесткости качания. Все в компьютерном кресле можно подстроить под себя таким образом, что даже многочасовой рейд пройдет с максимальным комфортом. А если вы решили просто отдохнуть и посмотреть фильм, то тут предусмотрена функция полного откидывания спинки. Выдерживает геймерское кресло в среднем 120-200 кг. Особое внимание стоит уделить поясничной поддержке и подголовнику. Благодаря им вы сможете сохранить правильную осанку и уберечь себя от заболеваний позвоночника. По дизайну здесь все напоминает спортивный автомобиль. Очень удобно. Подушечка для головы. И в отличие от предыдущего кресла, подушка реально помогает. Даже когда просто сидите, вы уже расслабляетесь. Полное отбрасывание, как катапульта в машине. Я себя не чувствую сейчас безопасно и комфортно, потому что я думаю, что я сейчас упаду. Поэтому я приму вертикальное положение. Здесь очень низкая посадка, прям до самой земли. Если яркий дизайн кресла для геймеров не совсем соответствует интерьеру помещения, ну или вашим вкусовым предпочтениям, то стоит обратить внимание на офисное кресло Relax от бренда Barsky. Оно также обладает ортопедическими свойствами, но выглядит оно строго и представительно. Здесь есть поддержка поясницы, подголовник, регулировка высоты сиденья. Можно выставить угол наклона спинки. Особая фишка этого кресла – массажный режим, который поможет сбросить напряжение после тяжелого рабочего дня. Сделано такое кресло из экологичных и прочных материалов. Благодаря великолепному дизайну
Кресло отлично подойдет для обустройства рабочего места топ-менеджера или ведущего IT-специалиста. Ну, сильно вычурная. Вот эти вот провода, кишки, которые торчат из-под вас. Очень удобная подножка. Если вы прям очень долго играете, вы можете воспользоваться режимом массаж. 5 интенсивностей массажа на 4 разные точки. Можете включить сразу все и даже не будете морочиться. Здесь есть функция подогрева. Ваши булочки будут всегда теплые. Вот такими бывают офисные компьютерные кресла. Ссылки на детальные характеристики любого из кресел вы найдете под описанием видео. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока!